И всем привет! С вами Дермас, мы продолжаем проходить Resident Evil Zero Wesker Mode. Так, что у нас по инвентарю? По инвентарю у нас лента, которую надо выбросить, удалить и забыть про нее до следующего сохранения. Пожалуй, здесь пойдет. А, ну да. Ребекка, подойди сюда. Хотя нет, давай-ка ты выбросишь эту штуку. И знаете, давайте мы, пожалуй, это тоже выбросим. И у нас будет по одному лекарству в карманах. Потому что... Зачем нам так много? Или мы можем бац. И сказать, я не помню, опять же, куда мне идти. До сих пор не заучил прохождение данной игры. Ну тут, по крайней мере, не страшно будет ошибиться. Хотя вот сейчас, по-моему, ящик вылезет. Если я ничего не ошибаюсь. Поэтому я, может быть, сюда и зря пошел. Вот эта штука пригодится. Давай, бери штуку. Штука хорошая. Ни хрена себе. Так. Да, застрял. Столбе называется. Да, ты что делаешь? С этим не очень хорошо получается. Да. С ними надо практиковаться. Надо успевать зарядить полную атаку, пока он не особо сильно. Ты иди сюда. Ой. Я случайно кнопку бега нажал, думаю, че, куда он делся. Так, сейчас будет второй скоро. Когда я отсюда пойду. Я не понял. Не успеваю зарядить. Ехтики в лицо прилетели. Так. Да пиявки, отстаньте. Тут уже дверь закрыта, да? Да-да, дверь закрыта. Замечательно, она тоже ранена теперь. Чё-то... Я думал, с этими врагами будет чуть-чуть попроще. Камень ножик хотя бы. Это было бы так хорошо, если бы с ними было попроще. Чё-то с ними ни разу не проще. Что обидно. Ну тут зомби должны быть. Хотя бы с зомби точно проблем нет. Так, ты бери вот эту штучку. Ты иди... исследуй это помещение. Так, тут красная дверь закрыта. Тут открыто. Значит, пойдем сюда. Логично, раз тут открыто. Угу. Ага, сюда смысла идти нет, там путь заблокирован. А если вот сюда? Вот сюда может быть и есть.
Посмотрим. Посмотрим на наш путь. Ух ты, гад! Ты что такой резкий? Сейчас лицо оторву. Я же сказал лицо оторву. Но он мне не поверил. Как так? Так, здесь, в принципе... А, нет, сейчас здесь зомби будут. Он потом здесь будет неприятные противники. Или я что-то путаю? Давай. Сходи. Так, вынесли мозг. Вот две травинки пригодятся. Зеленая трава. Отлично. Превосходно. Опа, мы открыли дверь. А где мы теперь? Подскажите-ка мне, товарищ игра. А то я чуть не в курсе. Что я взял и открыл дверь. Понятно. Мы во втором помещении, на втором этаже. Так, тогда давайте второй этаж исследовать по порядку. По довольно странному и сомнительному порядку, но все равно по порядку. Отлично, я их ушатал. А, красная дверь. Красная дверь нам не нужна сейчас. Потому что у нас нет ключа для красной двери. А, так мы отсюда пришли, значит, нам вот сюда сходим. Нам вот сюда сходим. Хорошая русская фраза. Почему нет? Нет? Никого нет. У нас нет рукоятки. Значит, нам в другое место надо идти. Так, а вот это что? Лента? Ленту пока не будем брать. В принципе, не думаю, что мне здесь много ленты понадобится. Микрофильмы... Микрофильм мне точно пригодятся, или как они это называются. В общем, вот эту штуку, которую мы подобрали. Что куда уже без них? Так, в этом помещении еще есть двери? Открытых дверей в этом помещении больше нет. Значит, выходим в главный зал и... И следом одной из дверей в этом зале. Чё ж тебя так дверь-то плющит? Кстати говоря, можно смешать. Чтобы место освободить. Закрыто изнутри. Так, это закрыто мы не сможем пока открыть. Часы. Нужно часы вшатать. Так, значит, идем сюда. По-моему, больше некуда. Stay there. Okay. Ты вожмись в угол. Стой в углу. Все, храни. Так, храни дверь. Где там что мне надо подобрать? А мне надо... Где-то здесь что-то подобрать. Что? А, вот квадратная рукоятка наша. А,
Что еще? Okay. Вот все-таки хорошо, что его эти команды отдельно прописали. Да тут у тебя плющ-то эти добрые двери. Игра. Вот игра идет вполне себе хорошо, без тормозов, а двери тормозят. Как так? Причем и выборочно иногда, и рандом. Так, ага, сейчас же нам будет. Да, ну да, конечно, я же не могу просто так взять и передать Ребекке лекарство. Потому что она сейчас у нас одна пойдет вперед. Поэтому ей нужно сейчас лекарство. Ну, собственно, ей чаще они ей нужны. Конечно, причем ей не сделали такую же атаку, только... Ну, пускай послабее. Логика была бы. Учитывая, что все равно это такой не сюжетный режим, можно было бы и тоже такое сделать. Ну, или что-нибудь. Какое-нибудь, ну, хоть что-то, чтобы у нее отличалось от оригинала. Кроме костюма. Ну, точнее, кроме всего внешнего облика. Что у нее там прическа другого цвета. Ну, волосы просто другого цвета. Сам прическа такая же. Ой, не сюда. И эта штука. Костюм другой, и глаза сияют. Ой. I don't need this. Roger. Ты стоишь на лифте. А ты берешь и вот так вот делаешь. Ну вот мы куда-то пришли. Стрелки одной нет. Так, ну знаете, я не хочу сюда с ними связываться. Я подожду, когда Альберт сюда придет. Или Альберт. И здесь я не буду с вами связываться. Вас тоже Вескер покарает. Вескер всех покарает. Же Вескер. Как он может всех покарать? Интересно, как вот эту штуку... Как быстро он эту штуку, вот эту штуку закарает? Так, а мы сейчас в главный зал выйдем, да? По-моему, да. Что-то такое тут должно быть. Да, действительно. Идем вот, хотя пускай Вескер сам придет. Ой. Не хочет. Обидно. Я думал, раз монстр в зоне поражения, чем в зоне действия моей штуки. Фига себе ты ногой. Никого? Откуда ты тут взялся? Безголовое существо. Но прошло я довольно-таки нормально. Ай-яй-яй, что он меня даже не укусил. Как ни странно. Обычно я нормально ничего не прохожу. Двери. Come. Roger. I don't need this. Тут у нас две кнопки. This is your chance. Okay. У нас две кнопки, отвечающие за команду. Ребек, ты идешь? Идешь, надо же. Я-то уж испугался. Так, теперь идем карать тех, кто встретился Ребекке. Так, нет, здесь закрыто. Да и туда нам
Офигеть, охрана. Стоп. Я уже могу босса вызвать. На всякий случай возьму. И запущу механизм. Давайте босса прибьем сразу, почему нет? Так, Ребекка, давай, бери ключик. Вот и красный ключик. Так, я сейчас пойду сюда. Здесь заряжу атаку. Мощь. Мне кажется, он бьет мощнее любой атаки. Обычной. Ну, любого из доступных оружий. Мне кажется, я даже с магнумом, если бы он у меня был, эту штуку за 3 удара, и то один там криво-косо, по-моему, попал. Ну, даже если, окей, за 3 максимально заряженных удара. Я бы эту штуку явно не вшатал, мне кажется, магнумом. Ну что, да, это так, такое дело. Вы что, охренели? Фига себе ты наглая. Ты на кого клюв подняла? Сдохли все. Кто еще? По-моему, таким образом можно чуть передвигаться. Да, нет? Да, мы чуть куда-то передвигаемся. Ладно. Замечательно. Больше никто на нас не хочет подать. Они все поняли, что не стоит этого делать. Я ж хотел бы подумать, что тут аж могут быть бесконечные враги. Это было бы обидно. Так, вы тараканы. Вы слишком долго вам шумели. Поэтому я сейчас вас закончу. Быстренько так. Roger. Я хотел вообще не... Come. Okay. Да ты бери патроны. И не хочет брать патрон. Как так? Так, ну все, здесь мы все сделали. Моя главная цель была зачистить это место. Тум-т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 ум. Так, отлично, у нас теперь есть красный ключ. Кстати, давай-ка ты... передашь мне ключ. Я тебе дам 2 лекарства за это. Так, теперь у нас есть ключ. Мы можем пойти использовать ключ. Где у нас были там красные двери? Надо узнать. Ну, можно и сюда зайти. Здесь тоже что-то должно быть. Ну, кстати, мы сейчас скоро зажигалку починим. Вы охренели? Они там... Нет, они правда охренели там. Всей толпой, да? Молодцы. Гранатомет мне пригодится.
Я чувствую, даже, возможно, мне пистолет так не пригодится, как гранатомет. Я не факт, что буду пользоваться более слабыми видами оружия. Возможно, буду всю мощь сливать, пока Вескер будет недоступен. Я все хотел вот это сделать. Я опять перепутал кнопки, да. Не знаю. Я просто красавчик. Чё оно так... Эти двери так тупят, я не знаю. Так, нет, мне не сюда, Вескер. Ты немножечко не в ту сторону посмотрел. Осталось научиться быстро разделываться с пиявочниками. Вот это единственные неприятные враги, которые остались. Так, давайте вот эту хрень выкинем здесь. Так, ты собери, объедини в пачку патронов к этой, сюда вот. И мне кажется, даже можно пистолет пока выбросить. Да, вот будем носить чисто вот на то, чтобы именно собирать патроны. Потому что я очень сомневаюсь, что мне понадобится в ближайшее время. А, ну да. Да вы что, охренели? Понятно, не та дверь. Че, вообще сюда не надо было идти. Ребек свалим отсюда. Так, а вот за той двери. А, ну там туалет. Естественно, там ничего нет. Красная дверь жила где-то. Где была красная дверь? А, на втором этаже она была. А, ну и здесь она была, в принципе, там тоже полезный предмет возьмем. А именно зажигалку для Вескера заправим. Ты охренел? Вот тебе. Мне же показалось, он выжил. Я уж хотел подбежать к нему. Тут у нас что? Тут у нас масло для зажигалки. Ну, газ, да, окей. Раз газ, значит зажигалка, очевидно, газовая. Но смешается вот с этой штукой. Отлично, зажигалка у нас работает. Одной заботы меньше. Здесь что-нибудь есть? Хотя, по-моему, здесь ничего нет. И вообще там делать больше нечего. Потому что бутылки вообще в этом прохождении делать не буду. Зачем мне эти бутылки? Если пиявочников легче с гранатомета будет расстрелять, больше ни на кого они не нужны. А, ну за... здесь же ничего нет. А там внизу просто за ограждение правое стоит, поэтому мне туда и не надо сейчас. Я же сюда только ради вот той красной двери и ходил. Еще на втором этаже где-то красные двери были. Надеюсь... А, можно же посмотреть, где закрытые двери есть. А, нет, там синяя дверь. Значит, нам... вот в этот залик, зальчик маленький. Зальчик, иди сюда. Я не сказал бы, что он сильно маленький. Не особо меньше главного зала. Или вообще не меньше.
Да, он не меньше из главного зала. Ну, разве что только одноэтажный. Что в этом плане можно... С натяжкой сказать, что он поменьше. Но только с натяжкой. Да. Потому что без натяжки так не скажешь. Так-с, вот тут, в конце вот этого коридора. Отлично, ключ больше не нужен. Но, конечно, к такому бегу еще надо очень привыкать. Было бы забавно, если бы ему еще сделать так, что он не двигает быстрее предметы и все прочее. Стоп. А, нет. Так, сдвинься. Я не хочу на тебя упасть. Зачем мне на тебя падать? А? Товарищ Ребекка. Правильно, мне на тебя падать не надо. Так, выключайте, что он дает? А, окей, он дает свет. Да будет свет. Кого-нибудь он там, да будет. Так, давайте сразу возьмем дрончики, раз уж я к ним подошел. Кстати, можно так даже делать. Забавно. Вот это забавно, что можно двигать предмет, поэтому управляя несколько другим персонажем. Так, обменять. И пошли. Бумажки никакие мы здесь собирать не станем. Зачем они нам? Мне нужно найти то место, где я часы делал. Так, а где у нас часы были? Это мне надо в главный зал и в дверь. И тем самым я открою сразу двери на холле, а другие два этих был. В двери хватит это делать. Я не сюда пошел. Сюда мне рано. Я ошибся двери. Не, ну, видно, что, видимо, что он прогружает локации, но вроде настолько же они там все загружены, что так прогружать старательно. Вообще вот эти двери и анимации были сделаны, чтобы загрузки сглаживать. Чтобы загрузки не были заметны. Тут что-то начало происходить, и они стали заметны. Внезапно. Кто бы мог подумать? По лестнице он не умеет бегать. Обидно. Но по лестнице бы мне это пригодилось сейчас куда больше. По лестнице в чистом виде они довольно долго поднимаются. Мне показалось ли, ребенок очень уже быстро прибежал? Я не успел остановиться, она уже прибежала. Забавно. Чистая вода. Фонтан на крыше. Гениально. Мне что-то кажется, что это не самое такое разумное решение. Ну да ладно, кто я такой? Ага. Опс. Да. Мой разум. Да, здрасте. А куда еще? А, ну, окей. Так, 8:15 должно получиться.
Замечательно. Да, вот эта дверь, где два пьёвочка были. И вот эта дверь на втором этаже в главном зале. А в них мы пойдем, я думаю, в следующей серии. Сейчас пойдем. Собственно, сейчас я буду заканчивать данную серию. Добежим до холла только. Я думаю. Да, добежим до холла и будем заканчивать. В принципе, тут за прохождение у нас, я думаю, заметно быстрее пройдет в плане. И того, как часто серии будут выходить. И в плане это, собственно, самой длительности прохождения не будет. 7 часов 19 минут, я уверен. Ну все. Дошли до холла. Я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях.